Всем привет! Меня зовут Маша, и я рада вас приветствовать на своем канале о вещах из секонд-хенда. Я поняла, что подобные видео вам нравятся, поэтому решила эту рубрику последнего дня завоза продолжать. И прошу вас мои старания поддержать подпиской на мой канал и пальчиком вверх под этим видео. А сегодня начну с пальто от бренда Next в 12 размере приятного светло-бежевого оттенка. Оно на змейке, без лишних деталей, есть только два кармана. И неплохой состав: 70% шерсти, 22% полиамида и 8% кашемира. Жакет ярко-красного цвета от неизвестного бренда с золотыми пуговицами. Состав относительно неплохой, 65% хлопка и 35% полиэстера, но видно, что это некачественная китайская вещь. Хотя, если так особо не приглядываться, то выглядит неплохо. Пятнистая блуза-разлетайка от бренда New Look в 12 размере. Понравилось мне, как выглядит воротничок, рукава сделаны небольшими фонариками. В целом симпатичная блуза, но состав не натуральный. 98% полиэстера и 2% эластана. Штаны от Гэри Вебер в 10 размере, интересный принт, вертикальные волнистые полосы, сзади два больших кармана. В примерке я вам их не покажу, в магазине очень холодно, но я думаю, они даже должны стройнить. Состояние у них хорошее, состав синтетический. Платье-халат на пуговичках от бренда Oasis в 12 размере черного цвета с красивыми нежными цветами по низу. Вверх какое-то подобие горошка, есть поясок, в составе 100% вискоза. Юбка от американской компании Orvis приятного бежевого цвета, пояс на резинке, есть карманы, длина у нее ниже колена, симпатичная юбка и состав отличный, 55% льна и 45% района. Джинсовая юбка в 14 размере от бренда Originals красивого цвета, в отличном состоянии, но, к сожалению, на меня оказалась велика. В составе 100% хлопок. С сумками в последний день совсем все печально, попалась вот такая соломенная, но у нее состояние не очень. Это яркая в горошек, в неплохом состоянии, а все остальное, что было представлено, это сумки от масс-маркет брендов плохого качества и не из натуральной кожи. И вот такая небольшого размера тканевая, очень необычная, ярко выглядит. Также была от бренда Carvela черная, но она не из натуральной кожи и похоже, что новенькая. А это мне понравилось, из очень плотной кожи, красиво оформлена верхняя часть, но состояние, конечно, уже оставляет желать лучшего. Также была одна из немногих кожаных сумок, это от бренда Tula, черного цвета, простая, но, как видите, состояние плохое. Это уже следующий магазин Second Hand, цена за килограмм 38 гривен. Понравилась мне стеганая курточка от New Look в 12 размере черного цвета с золотой фурнитурой, с двумя большими карманами. Состояние у нее хорошее, есть минимальные следы носки, но мне не понравился этот мех на капюшоне, поэтому не взяла ее.
И еще одна стеганая курточка от бренда Superdry темно-синего цвета. Она без капюшона, воротник стоечкой, на застежке. Состояние также хорошее, состав синтетический. Понравился мне бомбер горчичного цвета. Скорее всего, он винтажный. За этот бренд ничего мне не удалось найти. Бомбер с рукавом 3/4 на змейке с воротником стоечкой очень необычно выглядит. В составе 100% хлопок, подкладка полиэстер. Красивый вязаный кардиган белого цвета с милыми белыми круглыми пуговичками. Он тоненький, неплотный, возможно, винтажный. Бирки с составом не было, думаю, акрил или полиэстер. Блуза от бренда Next в 8 размере с длинным рукавом, очень красивая цветочная расцветка, довольно яркая, весенняя, но и в то же время нежная. Состояние хорошее, в составе 100% вискоза. Еще одна блуза от Marks Spencer в 18 размере. Расцветка очень бросается в глаза. Яркие мелкие разноцветные цветочки. Красивая, тоненькая, легкая блуза для весеннего образа. В составе 55% вискозы и 45% модала. Блуза с коротким рукавом от бренда River Island в 8 размере, молочного цвета, с красиво оформленными рукавами-колокольчиками. Вся такая мохнатая, летящая, мне понравилась, но состав не натуральный, 100% полиэстер. Симпатичная маечка от Florence & Fred в 6 размере. Сзади она просто черная, а впереди с ярким геометрическим принтом. В составе 100% вискоза. Понравились мне брюки от Next насыщенного изумрудного цвета с высокой посадкой, с двумя карманами. К низу они немного заужены. Состав смесовый, хлопок, нейлон и эластан. Юбка от Tommy Hilfiger в 8 размере, светленькая, с цветочным принтом, отличная летняя юбочка. И на этом я с вами буду прощаться, потому что на этой неделе мне ничего не удалось купить. Спасибо, что посмотрели мое видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые покупки и новые находки.